Всем привет! С вами Хвостович Александр, ведущий проекта «Америка для успешных». И сегодня я уже приехал к Портнову в школу. Вот там вот вдалеке стоят студенты. Сейчас мы пойдем зайдем вовнутрь, посмотрим. Ну, я уже побывал на паре занятий, в принципе. Очень интересно, доходчиво объясняет все. Классное помещение. Вот, все условия. Подробнее про школу вообще и как бы кто такой Михаил Портнов, я вам дам ссылку в описании. Вот, ну а пока у нас задача минимум на сегодня — это поселиться. Искали тут же ребята жилье, я буду как бы с ними снимать. Вот, и естественно в скорейшем же времени там это поднатаскать свои навыки и искать уже работу, проходить интервью. Значит, это вход в школу. Ну, здесь как бы не одна школа, здесь много расположено всяких организаций. Вот. Тут у нас 4970 El Camino Real. И здесь туалет, ванна. Вот у нас вход. Студенты у нас. Здесь у нас как бы один класс. Тут занятия закончились. У всех есть лаптоп. А здесь у нас второй класс. Там еще занятия идут. Поэтому туда мы не пойдем. Вот, да. Тут у нас IT-обеспечение и Михаил что-то кушает. И здесь у нас кухня и как бы офис. И, сейчас мы посмотрим, что кушает Михаил. Михаил кушает салат. Я кушаю листики. И тут у меня кусочек авокадо. С авокадо надо осторожно, потому что авокадо — это как масло. В этой калорийности. Поэтому мне жена дает небольшой кусочек. Это у нас обеденный перерыв сейчас. Да, но дальше вы берете кусочек авокадо. Кладете на листочек. Это как бутерброд с колбасой, только с авокадо и с листиком. Очень здорово. Но нельзя злоупотреблять. Очень жирное авокадо, очень много калорий. Угу. Но полезно. Но на самом деле вопрос вот какой. Когда ты питаешься, ну, такой зеленой пищей, так, угу, то есть ты не ешь мясо, допустим, да, ты не ешь там какие-то вещи, возникает вопрос, откуда белки? Угу. Говорят, ну вот бобы там можно, бобовые можно кушать. А говорят, а жиры откуда? Угу. Ну, где в траве жиры? Ну вот растительное, пожалуйста. Вот авокадо — это растительное. И это не животный жир. Это как бы отвечает на многие вопросы. Но дальше люди начинают увлекаться. Они начинают есть много орехов. И толстеют. Орехи безумно калорийные. Это же что-то невероятное. И авокадо тоже. Да, можно вот на этой вот пище можно очень сильно так это разбухнуть. Угу. Вот так вот. Ну, приятного аппетита. Спасибо. В общем, это кухня такая для студентов. А там дальше офисы. Здесь какой-то митинг. Ну, как бы это все помещение школы. А вот. Послушай, персонал. Здесь IT. Здесь кабинет Михаила. Короче, первый день. Много впечатлений. Все нравится. Осталось найти жилье. Много, кстати, русскоговорящих. Очень много вообще. Не знаю, человек, наверное, 50 в обеих классах был, в обоих классах в сумме, и как бы все, большинство говорит на русском. Вот, ну и сам, еще, не знаю, картинку вам какую-нибудь поставить, офигенно. Вот, и сам, как его, Bay Area, этот город Лос-Алтос, очень красивые холмы там, ну вообще впечатление валом. Вот, так что ждем, скоро будет еще видео.